Здравствуйте! Вас приветствует Государственное учреждение образования «Средняя школа номер 10» города Слонин. В рамках проведения областного фестиваля за безопасность мы представляем вашему вниманию форум театра «Меняя себя, меняя других», приуроченный к Международному дню профилактики ВИЧ-инфекции. Данное мероприятие вести буду я, педагог-психолог школы Екатерина Пацукевич. Особенностью форум театра является то, что в нем ставятся истории жизни, а играют в нем не профессиональные актеры, а обычные ученики. Тем самым мы формируем у них активную гражданскую позицию к последствиям девиантного поведения и способствуем поиску альтернативных решений конфликтных ситуаций. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня 1 декабря – Всемирный день профилактики ВИЧ-СПИДа. Мы сегодня сами будем проводить всем нам полюбившиеся мероприятия форум театра. Но прежде чем начать, пару слов об обсуждаемой проблеме. Итак, необходимо различать понятия ВИЧ и СПИД. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, с которым человек может прожить до 12 лет. А СПИД – это конечная стадия развития ВИЧ-инфекции, с которой люди не проживают больше 18 лет. Все мы знаем три основные пути передачи ВИЧ-инфекции. Это половой, через кровь и от матери ребенка. Как мы понимаем, основные у нас два пути передачи. Половой путь передачи и при попадании вируса в кровь. По статистике, в городе Слонине 69 случаев выявлено ВИЧ-инфицированных людей. За последний год среди всех выявленных 81% заразился именно половым путем. Но все же 88% всех состоящих на учете являются наркоманами. Большинство наркоманов имеют двойной диагноз – ВИЧ и наркомания. Каждые 6 секунд один человек в мире заражается ВИЧ-инфекцией, что дает право нам говорить об эпидемии данной болезни. Поэтому этой проблеме уделяется так много внимания. Давайте я вам напомню основные правила работы форума театра. Итак, наши акционы для вас разыгрывают небольшую сцену, которая в самый критический момент заканчивается спорткадром. Мы немножко пообсуждаем с вами, что же мы увидели, что происходило, и наши актеры начнут проигрывать сцену заново. В тот момент, когда вы захотите поменять кого-то из актеров, вы сами говорите «стоп», выходите и меняете актера, которого необходимо заменить. Так, для того, чтобы вы чувствовали себя более раскованно и не боялись менять наших актеров, я предлагаю вам провести несколько игр. Нравится ощущение. Итак, первая игра называется «Волшебный мяч». Ее смысл в том, что вы бросаете мяч любому человеку в зале, говорите его имя, качество или умение, за которое он вам симпатичен. Когда играть он надоест, мяч отобьете меня. Итак, Таня, ты мне очень нравишься, потому что ты хорошо играешь в сцену. Так, я кидаю мяч Саше. Мне нравится, какая ты сегодня. Я кидаю мяч Ане, потому что мне нравится, она заблюдает себя. Мне нравится Вика, потому что она очень красивая. Мне нравится Настя, потому что она очень смешная и забавная. Мне нравится Катя, потому что она красивая. Мне нравится Вита, потому что у нее всегда красивая. Мне нравится Оля, потому что она красивая. Мне нравится Дима, потому что на нем хорошо смотрится форма класса МЧС. Мне нравится Катя, потому что также она курсант МЧС приятно. Мне нравится Ивана, потому что она всегда поможет. Мне нравится Настя, потому что она смешная и позитивная. Мне нравится Оля, потому что она красивая. Мне нравится Маргарита, потому что она классная. Мне нравится. Мне нравится Вита, потому что она симпатичная. Все, надоело. Хорошо. Теперь у нас будет вторая игра, которая называется «Путаница». Я предлагаю выйти на
нашим актерам, пожалуйста. И давайте кто-нибудь из зала, кто хочет их поддержать. Так, ребята, давайте возьмемся за руки сами. Так, все, кто хотел выше. Я вам даю задание. Вам необходимо запутаться так, чтобы вас было очень тяжело распутать. Давайте на раз, два, три. Так, ребята у нас задумались. Сейчас кто-то из зала выйдет и попытается нашим ребятам помочь, попытается их распутать. Дима может вас наклонять, переводить, вы его слушаете. Мам, у меня нет никаких проблем, я опаздываю в школу, мне нужно идти. Книжицы выберу, я беспокоюсь.
Мама, я тебя тоже очень люблю, но мне правда нужно идти. Я сама все решу, не беспокойся. Да-да-да. Извините, пожалуйста, опоздание можно? Катя, снова ты опоздала, садись быстрее. Стоп. Да-да. Извините, за опоздание можно быть? Садись, Катя, опять ты опоздала. Катя, нет, иди к доске, отвечай задание. Я ничего не выучила. Опять ты ничего не выучила? Давай дневник. Так, а это что? Мальчики, как вам не стыдно? Она же ваша одноклассница. Этот поступок вас совсем не красит. С вами мы разберемся позже. Катя, садись на место. Я думаю, что замена учителя все-таки дала какой-то положительный момент, правда? С девочки сняли какое-то эмоциональное напряжение, думаю, она дома будет себя чувствовать намного увереннее и лучше. Ребята, мы забыли, что каждого актера мы в конце поддерживаем аплодисменты. Ребята, в последней сцене, когда девочка встречает на улице подростка, кого мы можем там заменить? Мне кажется, не девочку. Можем заменить, потому что она тоже неправильно поступила в такой ситуации. Она могла отказаться. Тогда давай меня. Девочка, постой. Ты такая грустная. С мамой проблемы сходим. Да не переживай ты так. Все ссорятся, все мирятся. Но если все так серьезно, у меня есть прекрасное средство расслабиться. Какой, да? Курительная смесь. Нет, да не бойся ты, все легально, все законно, просто подаст настроение. Нет, это не придаст настроение, это просто придаст еще больше проблем. Я лучше с мамой пойду помирюсь, а вы, ребята, как хотите. Иди. Хватит иди. Именно надо себя вести в данной ситуации. Отказ. Полный и... Сейчас вашему вниманию наши артисты предоставят вторую сцену. Чтобы было понятно, у девочки Вики день рождения, и она хочет пригласить своих друзей домой. Мама и папа, можно я приглашу своих друзей отметить свой день рождения у нас дома? Нет, конечно. Я пригласила только взрослых и полезных людей. Да ладно, просто пригласить. Ничего от этого не будет. Нет, они здесь все затопчут. Мама, они тебе понравятся. Я сказала нет. Так, отец, возьми деньги у меня в сумке и дай, и пускай идут куда хотят. Да, против матери не попрешь. Сцена номер два. Девочка Вика встречается со своей подругой Папой. Привет, Вика, днем рождения. Спасибо. Пойдем отметим в кафе мой день рождения, но сначала подождем от парня. Он мне нравится. Хорошо. А вот и он. Привет, Вика. Привет. Мы в кафе, ты с нами? Да ну, по-детски это все. Давайте отметим по-взрослому. Это как? Обижайся, сейчас все организуем. Алло, Вася, положи там, где обычно, я заберу. Вот и все. А что это? Курительная смесь. Нет, ребят, извините, я не по этим делам. Останься. Пока. Останься. Ты эту малолетку. Будешь? Может, не надо? Да не бойся ты все. Легально. Просто подаст настроение. Стоп. Опять вопрос, как вы думаете, чем закончится эта сцена? Я думаю, что... Данная сцена закончится тем, что данная девочка возьмет все-таки эту курительную смесь из-за того, что для нее это парень, и она надеется, что это все безопасно. Она доверяет ему очень сильно, из-за чего переоценивает его доверие. Замечательные слова. Кто-то может еще хочет высказать свое мнение? Я думаю, что девочка возьмет, так как она, ей родители не разрешили дома праздновать день рождения, подруга от нее ушла, а парень, который предложил ей, нравится. Вот такие мнения. Давайте попробуем проиграть сцену еще раз.
как вы уже знаете, нужно выходить, и у меня в тот момент актер. Да, вы... Дорогие актеры, пожалуйста, поиграйте по сцену за. Мама и папа, можно я отмечу свой день рождения? Стоп! Друзьями у нас... Да, у нас уже был стоп, есть желающие заменить актера. Я хочу папу в этой сцене, потому что он видит себя как рабочий. Меняем папу, уходим. Давайте попробуем проиграть сцену заново. Мама и папа, можно я отмечу свой день рождения со своими друзьями у нас дома? Нет, я пригласил только в слушательных полезных. Вот сейчас я с тобой не согласен. Это же все-таки ее день рождения. Пускай повеселится свой день рождения. Зачем ты ей мешаешь? Это же не твой день рождения. Все, делайте, что хотите. Я с тобой согласен. Играет очень важную роль. Но давайте попробуем у нас проиграть и вторую сцену. Там, где встречается наша девочка с подругой. Может, кого-то и здесь нужно заменить? Вика, привет, с днем рождения. Спасибо. Мы пойдем в кафе, отметим. Но сначала подождем одного парня. Он мне нравится. А вот и он. Привет, Вик. Мы в кафе, ты с нами? Да ну, по-детски это все. Давайте отметим по-взрослому. Это как? Обижайте, сейчас все организую. Алло, Вася, положи там, где обычно я заберу. Ну вот и все. А что это? Курительная смесь. Нет, ребят, не видите. Стоп, кадр. Я хочу заменить подругу. Потому что данная сцена на лице себя не нравится. Попробуй прожать домой. Привет. Привет. С днем рождения. Спасибо. Пойдем в кафе отметим мое день рождения, но сначала подождем одного парня, он мне нравится. А вот он. Привет. Привет. Вот кафе, ты с нами? Да ну, по-детски это все. Давайте отметим по-взрослому. Да, давай. Сейчас все организуем. Алло, Вася, положи там, где обычно, я заберу. Ну вот и все. Что это? Курительная смесь. Не-не-не, это наркотики. Стоп, да, так нельзя. Да легально все, все по закону, расслабить просто. Да без вредных наркотиков не бывает. Вик, пойдем, это не твой байк. Перед началом урока. Вот где он лазит? Он всегда. Где
Где ты ходишь? Дорогой начнёт ход. Меня в поликлинике не отпускают. А всё, пошли, препод рукав, пошли. Ребята уходят на урок. Через 2 часа после уроков они встречаются в офисе. Ребят, слушайте, спорт это так круто, это лучше, чем всякая вся наркота и... Я всегда был за здоровый образ жизни. Вообще ненавижу этих отбросов. Кого это ты имеешь в виду? Да спидозников, конечно. А что ты к ним так относишься? Они что, не люди? Да хлюпики они все. А, дай позвонить. Да, вон там. Спасибо. Ну что? Уйди от меня! А, чего ты кричишь? Надо. Покажи! Уйди! Не говори! Покажи! Уйди от меня! Не кричи! За три написано ВИЧ, а значит, ты спит! И он все это время скрывал от меня это! Успокойся! Вдруг он меня заразил! Успокойся! Давай лучше подумаем, что с этим делать! Ничего тут делать нет! Уйди! Успокойся! Руслан, не переживай, Максим просто погорячился, ничего с извиниться. Максима, ты трус и хам, он же твой лучший друг. Да он ходит с ФИДа, ну и что? Давай ему поможем. Да мой друг умер. Может, и действительно стоит умереть. Стоп. Мы с вами увидели сценку про друзей. Как вы думаете, куда может пойти главный в данной ситуации? Это в целом может закончиться тем, что мальчик просто пойдет и совершит либо суицид, либо что-то похуже этого, либо поссорится со своими родителями. Ну, очень плохо может закончиться сцена. Вдруг придет все неправильно. Его поставили в безвыходную ситуацию, и никто не оказал ему поддержки, да? Давайте подумаем, кто в этой сценке прав, Наташа или друг, который так себя ведет? Наташа, конечно. Давайте попробуем проигрывать эту ситуацию. И как только вы хотите кого-то менять, вы говорите. Другие актеры, выиграйте, пожалуйста, 12 коммунизаторов. Блин, ну где он ходит? Как обычно. Привет. Слушай, где ты можешь? Скоро урок начнется. Поликлиники. Ой, стоп, ладно, стоп. Пошли. Можно? Так, у нас был стоп. Я хочу поменять Руслана, он должен был как-то рассказать все сам. Сразу, ну, давай попробуем. За меня актера. Блин, ну где он ходит? Как обычно. Слушай, где ты был? Я в поликлинике сказали. Ладно, пошли на урок. Подождите, вот я вам просто сказали. Мне в поликлинике сказали, что я ВИЧ положительный. Но это никак не придет, но не может быть. Мне всего 16 лет. Не оставляйте меня, мне нужна ваша поддержка. Хорошо, что ты сразу вот сказал. Не переживай, все будет хорошо. Ладно, пошли на урок. Вполне. И, возможно, это неправильный диагноз. Он ведь наш ровесник.
Ну хорошо. Будем считать, что тебе повезло. Спасибо.
Поехали куда-нибудь в другое место посетим. Ну, вряд ли. Мы вас мало знаем. И как бы мы не можем быть уверенными, что когда-то вы нас заведете. Да не бойся ты так. А то, что вы нас не знаете, можно исправить. Нет. Сразу видно, мама обучала. Мы заменили подругу. Может, кого-то еще можно поменять? Я думаю, что одного из молодых людей, которые ВИЧ положительны, можно поменять. Пожалуйста, меняйтесь. Эх, Саша, где нам найти нормальных парней? Да, я бы хотела настоящего. Смотри, как чукает. Может, подойдем? Мы сами. Привет. Привет. Можно с вами познакомиться? Давай попробуем. Я Виталий. Я Ксюша. Я Саша. Я Дима. Что делаете? Мы сидим и разговариваем. Поехали, может, в другое место куда-нибудь посидим. Да мы без радости, но куда? Там у меня квартира свободна. Ну, поехали. Только, девочки, есть одно но. Я ВИЧ-положитель. Вы, может быть, меня боитесь? Если мы так чисто чая попьем, поговорим, он же не передается воздушно-капельным путем, то вполне можно. Да. У нас еще одна сцена есть, где девочки все-таки поехали, не зная про статус одного из друзей. Может, так кого-то мы можем? Я хочу заменить подругу девочки, которая ушла вместе с парнем. А я считаю, что она поступила неправильно. Пожалуйста, не все. Слушай, чего твоя подруга такая скрытная, какая-то странная? Ну, я сколько знаю ее, так она была. Ай, пусть не боится, но есть одно тело. В общем, у Димы ВИЧ. Как? И ты молчал? Стой, сядь, на, выпей, потом да что сейчас. Ты, что ты говоришь такое? Ее нужно срочно предупредить. Я не хочу, чтобы она себе жизнь сломала. Я пойду и предупрежу ее. В четвертой сцене мы тоже заменили с вами всех героев, которых можно было бы заменить. Я думаю, что все закончится хорошо, и такой ситуации не будет, как без замены. Ребята, у каждого из вас есть две карточки. Зеленая и красная. Я вас очень попрошу оценить сегодняшнее мероприятие. Если вам мероприятие наше не понравилось, поднимите, пожалуйста, красную карточку. А если наше мероприятие вам понравилось, вы считаете, что такие мероприятия надо проводить в дальнейшем, поднимите тогда, пожалуйста, зеленую карточку. Очень приятно смотреть, что всем все понравилось. Я думаю, что вы не потеряли зря время сегодня. Пускайте. Может быть, кто-то хочет поделиться своими впечатлениями, эмоциями, какими-то выводами, которые вы сделали. Мы будем очень рады вас послушать. Лично мне мероприятие очень понравилось. Актеры перенесли меня в ту ситуацию. И вот сейчас я реально осознаю, что можно сделать в такой непростой ситуации. Как поступить и как вообще правильно себя повести. Очень приятно слышать. Кто еще хочет поделиться своим мнением? Очень понравилось, и я считаю, что каждый человек имеет свой выбор на жизнь, на общение и на выбор. Мне мероприятие тоже очень понравилось. Оно было очень эмоциональным, очень полезным для нас. Я думаю, не только для нас, для всех здесь сидящих. Я думаю, что мероприятие было бы полезно провести в других школах. И, возможно, проводить такие мероприятия почаще с другими, возможно, сценами, с теми же актерами, потому что очень хорошо сыграли и перенесли нас в те ситуации, которые нам были представлены. Большое спасибо. Когда можно побыть в роли любого
любого... Против любого актера. Хорошо. Давайте выслушаем нашего актера. Он хочет очень нам сказать. Мне как актеру это мероприятие очень понравилось, потому что... вот эти вот случаи из жизни, они очень поучительные. И мне было приятно играть вот эти вот, именно вот эти случаи, чтобы другие дети не повторяли ошибок жизни. Хорошо, давай. Я надеюсь, что на самом деле вам мероприятие понравилось. Вы не зря потратили время. И если вы когда-нибудь, не дай бог, попадете в подобную ситуацию, вы, конечно же, откажетесь. То есть у вас уже вы будете знать, как правильно отказать и что и как сделать. Вы побыли в роли и учительницы, и мамы, и папы. В дальнейшем вы же повзрослеете, все равно станете мамой. Может быть, в какой-то ситуации вы своего ребенка лучше поймете и будете себя немножко по-другому вести. Ребята, большое спасибо вам за внимание.